І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за перебрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. Російські пропагандисти взялися звинувачувати Україну в використанні історії як політичного інструменту. Пропагандисти, а вас, як то кажуть, нічого не смущає? А чи це не ви випадково під керівництвом російського диктатора систематично переписуєте історію? Питання, звісно, риторичне. Так, звісно, Холокост – це трагедія. Безусловно, нацизм – це преступлення. Но почему же тогда не обращают внимания на нацизм, который имеет место быть на Украине? Ну, почему же тогда посол Израиля никак не реагирует? И почему же тогда 2000 израильских специалистов обучают вооруженные силы Украины? Ну, они вроде как уже уехали. Да, но израильские специалисты там находились с 2014 года, и сейчас мы узнали даже их число. Вместе с тем, что это люди, которые репрезентируют ту идеологию, благодаря которой евреев уничтожали в Бабьем Яру. А нет ли здесь лицемерия? Не используется ли это только тогда, когда это удобно, вот эта историческая память? Не используются ли они только для того, чтобы достичь каких-то своих геополитических целей? Если историю, опять же, воспринимать как некий политический инструмент, тогда... Совершенно верно. Но тогда в этом случае нам, России, всем остальным тоже ничто не мешает использовать историю как политический инструмент для достижения своих целей в чисто прагматических, рациональных... Например? Ну, если, допустим... Просто если мы сейчас с вами говорим, что использование истории в политических целях не очень хорошо, то зачем нам тогда этот некрасивый поступок повторять? Я боюсь, что мы не сможем отменить это использование как таковое. Почему? Но если Израиль претендует на эти земли на основании исторического права, потому что их изгнали оттуда достаточно давно, почему же мы не можем вернуться в Киев, который Россия потеряла там 30, ну или даже 100 лет назад, там, Российской империи? Цікаво, що вони розуміють під нацизмом України? Що Росія безцеремонно, може, знищує все українське і нав'язує свій русський мір? Чи те, що Україна, як суверена держава, посміла запровадити власну державну мову? Що? І знову кремлівський пропагандист Соловйов. Того дуже сильно підгоріло. І виглядає це, ну, дуже смішно. На цей раз той запропонував озброїти всіх ворогів США, щоб вони стали на бік Росії. Все, що потрібно, всім ворогам Америки треба поставити. Всім. Любое оружие, которое їм нужно. Щоб ні одної точки на землі не було, де під ногами в этих неколоніальних не горіла земля. Ви хочете убивати русских людей? Вы подставляете оружие, и вы надеетесь, что вам это сойдет с рук? Любое оружие, которое нужно, Северной Корее, Сирии, кому угодно, кто является в этой войне нашими союзниками или ситуативными союзниками, должно быть поставлено все, чтобы ни один американский солдат, находящийся на чужой территории, как захватчик, как они находятся, например, в Сирии, или угрожающий, по мнению Северной Кореи, в территории, чтобы он не чувствовал себя в безопасности. Хотите убивать русских? Думаете, вам это легко сойдет с рук? Не надейтесь. Не надейтесь. Якщо вам раптом на секунду здалося, що ось це якийсь пропитий російський алкоголік, то поспішаю вам повідомити, що на відео депутат Госдуми РФ Андрій Гурульов, який пророкує перемогу Путіну на виборах. Перемогу, для якої особливо нічого і не потрібно робити. Сьогодні були там пропозиції вибори відмінити президент. А зачем? Навіть якщо ми всі будемо ходити тут на суку варятися, президент победить на виборах. Це не заслуга кого-то, це його лична заслуга. Я железно знаю, що він победить капітально, так що не снилось ні всі ці, які там Макрони, Байдени, там всі, Шольці і так далі, тому подобне. Это состояние нашего общества на сегодняшний день. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, что вся вот эта пыль, которая осталась, она должна быть, ну если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Ну, зрозуміло, що понад 20 років режим намагався, щоб люди жили в злиднях та обожнювали батька нації, старання не пройшли, як бачимо, даремно. Тут ще он пропаганда влаштувала світове турне, але поки що з можливо стає лише Північна Корея. Скабєєва похвалилася, що там є, знаєте що, інтернет. І це був
перший прямий ефір звідти. Перше в історії людства пряме включення із КНДР. Я дуже сподіваюся, що воно не сорветься. Я зараз дійсно в Северній Кореї, в самому серці Пхеньяна. Здесь уже полночь, первый час ночи, поэтому за моей спиной так мало людей. Тем не менее, как вы можете обратить внимание, вопреки бесконечным слухам и спекуляциям, в Северной Корее есть интернет, рядом со мной не стоит товарищ майор, наши действия вообще никто не контролирует, людей мало лишь потому, что народ уже спит, на улице совсем темно, и там людей не осталось. Еще раз скажу, первый час ночи. Нам в какой-то момент сказали, что для того, чтобы тщательно контролировать наши действия, каждому журналисту дадут спецповязку для того, чтобы видеть, что он делает, и каждый северокореец понимал, что это иностранец, но нет, никаких повязок нет. Як бачимо, в Північній Кореї інтернет є, і Скабєва дуже хвалиться цьому. А ось в окупованому Донецьку «Русський мір» процвітає у всій красі. Жителям міста обмежують доступ до інтернету, а подекуди його взагалі немає. Скорость низькая, все загружається тяжело, а іноді його взагалі нет. Вот. І зона покриття у нас везде різна. Там є, тут нет. У нас тормозить, або буває, взагалі його нет. Очень плохой интернет по улице Университетской. Доступ в интернет не всегда есть. Постоянно обращаемся за поддержкой. А тепер повертаємося знову до Скабєєвої. Адже та у себе в телеграм-каналі написала, що у Пхеньяні з троєм і парами, звісно ж, не ходять. Ну, але щось пішло не так. Адже під час її репортажу в неї ж за спиною туди-сюди парами ходять. Виглядає це, звісно, як масовка. Називається непочатими воєнними арсеналами, якщо вірити агентству Bloomberg, самими крупними при пересчеті на душу населення в мірі. І ось це незакинутий будинок десь в глибинці світу. Це Росія, і там живуть люди з сім'ями і дітьми. І, власне, подивіться на «Русський мір» у всій красі. Она была раньше в общежитии, была вахтер, была охрана, а потом все это поснимали, коммунальная квартира. Здесь вот свет мы сами выкручиваем, ремонт здесь нет, у нас потолки падают, и штукатурка, такой пласт на кухню упал. Семья, 5 детей, там 2 детей, 7 пацан больше. Душевых нету, только в туалете. У нас одна другая. Так, на сколько человек? Человек 2. Пытались с администрацией, допустим, города связаться? Почему они как бы не ремонтируют? Я еще знаю. Да, они ничего не отвечали официально. Ни отопления, ничего здесь нет. Покажу туалет. И на этом этаже живет 14-летний ребенок. Молится с пробитой головой. Голова, голову не пробит. Я специально прямо тоже нафоткала, чтобы раздел заходить. Вот камни, которые упали около его головы, вот душ где вот моют, вот такие вот. І щоб ви не сумнівалися, маразматичні фанатки Путіна ось за таку красу і, мабуть, десь за пакет цукру облизують свого диктатора. Ми, отряди Путіна, тільки що узнали, що закінчились переговори і раді, що Владимир Владимирович, несмотря на то, что везде все рушится, а он старается наладить мосты. И мы очень гордимся Владимиром Владимировичем. Мы рады, что мы живем в этой стране под руководством Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович, вы великий дипломат. Владимир Владимирович, мы рады жить и работать под вашим руководством. Спасибо вам большое. Владимир Владимирович, спасибо вам большое за человечность, потому что мы видим, что творится на Ближнем Востоке. Владимир Владимирович, вы провели такую зерновую сделку на весь мир единственную. И вы на весь мир единственный президент, который думает о России, думает о народе. Спасибо вам большое. Низкий поклон. Владимир Владимирович, вы великолепный президент. Это одно. Вы великий политик. Потому что во всем мире нет таких людей, которые, и президентов, которые борются за мир везде, всегда. И помогают не только всем, а помогают любым различным странам.
Допустим, вот сейчас в Венгрии встретились, да, тяжеловато венграм, но они знают, к кому обратиться. Друзі, ставте лайк, з мене наступний випуск.